Ждали помощи несколько часов. Пассажирский автобус Уфа-Оренбург компании «Башавтотранс» на выезде из башкирского поселка Толбазы слетел с трассы и увяз в снегу. Как сообщают на одном из сайтов, пассажиры сразу позвонили в транспортное предприятие и МЧС, но помощи пришлось ждать аж 4 часа. Все это время люди мерзли на дороге.